Евгений, расскажи, пожалуйста, что случилось в этом том эпизоде? Лично я так и не понял, как шайба в воротах оказалась. Ну, я сам не понял, как она туда залетела. Ну, видимо, где-то... Причем я не скажу, что я потерял концентрацию. По каким-то всем законам физики это произошло. Ну, видимо, так должно было быть. Поэтому я обязательно посмотрю, как это было, и сделаю какие-то выводы для себя. А там, ну, вообще атака что, бросок из-за ворот был или что там? Нет, он бросал даже не из-за ворот, и какую-то прострельную передачу делал или что на уровне колена. Вроде она где-то попала в меня, и нам надо было, наверное, сохранять спокойствие. Я немножко начал это делать движение, и она заползла вместе со мной. Если взять профессиональную карьеру, что-то вот в профессиональном хоккее подобное было? Нет, не помню, что такое что-то было. Трудно сказать. Сейчас сразу не вспомню. Ну, вообще, у каждого вратаря бывают какие-то такие курьезные ситуации. Ну, а без курьезных никуда, Саш. Что, это хоккей, это игра характеров. Где-то что-то потерял. Ты мне много раз задал вопрос, когда я почувствовал, что мы там уже выигрываем или еще что-то. Да не бывает такого. В любой момент может произойти все, что угодно. И даже сейчас команда «Тигры» вела 4-2, казалось бы, все спокойно у них, да? Они пропускают шайбы, у нас была какая-то инициатива, мы могли спокойно сравнять. Поэтому играть нужно до последнего. И тут также, когда мы пропустили 4-й гол, не было свистка, мы зачем-то выключились. Начали что-то там кричать на судью, хотя игра продолжалась, свистка не было. Вот она, цена одной ошибки. Последний вопрос. В первом круге сыграли, выиграли 4-0, вообще практически без вариантов. А здесь вот проиграли 3-4. Может быть, как-то не донастроились на команду, вспоминая тот матч? Ну нет, настрой-то всегда, мне кажется, хороший всегда. Настраиваемся, готовимся. Но у нас было очень тяжело лето. Мы сыграли несколько турниров, сыграли Кубок Мышкина. И опять же, мы очень хорошо прошли первый раунд. Вот, может быть, что-то накопилось. Но мы обязательно сейчас все обсудим, обдумаем и будем идти дальше. Ну и последний вопрос. Форма достаточно красивая. Первый раз ее примерили. Ну, не очень счастливая, правда, оказалась по этому матчу. Ну, я никогда насчет этого не думаю, хотя спортсмены, хоккеисты очень суеверные. Но мне тоже очень сильно понравилось. Главное выйти красиво. Кому-то, может быть, турниру конкретно готовитесь, нет? Куда-то за границу собираетесь? Нет, вроде пока нет. Вроде все здесь, дома. Должны дома играть. Ну, может быть, что-то есть у руководства, какие-то планы. По крайней мере, я не слышал. Все, спасибо.